Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no... Всем привет-привет, и вы на канале Cake Talk, и мне пришлось запаковать обратно подарки. Ну ладно, давайте я вам сначала расскажу. Короче, сегодня первая часть, когда мы открываем подарочки. Только выпустила обновку типа календарь. Но этот календарь будет, где подарки типа присылаются, каждый день будут. Вот. И мне пришлось переснимать видео из-за странных шумов. Ну просто я вот рукой, я сейчас туда не держу, чтобы опять этих звуков не было. Вот. Я упаковала их сану. Ну вот, короче, пошли открывать подарочки. Так, я уже пришла. Берем мой номерок. Он третий. Так, все, это мой пропикл. Можно? Да. Так, сейчас я иду. Вот все подарочки. Так, я пока что это вот сюда поставлю. Возьму первый подарочек. Открою. А, обалдеть, это елка. Я знаю, я уже смотрела. Она очень классная. Я сразу ей ставлю 10 из 10. Она просто... Мне она очень понравилась. Боже, так понравилось, что капец. И, кстати, выйдет новое... Новое видео, где я буду построить к Новому году дом. Как раз это мне подойдет. Берем следующий. Это вот такой вот персонаж Hello Kitty. Я не знаю, как он называется. Я смотрела Hello Kitty, но я не помню, как он называется. Оставить сюда. Дальше. О, это мой любимый. Дальше что это? О, это пингвинчик. Пингвинчик. Такой. Так, я не ставлю. Так, давайте еще последний откроем. Это Hello Kitty. Ну ладно, давайте уже поставлю этим зверюшкам баллы. Hello Kitty ставлю 10 из 10. Она всегда моя была любимчиком. Я ставлю 10 из 10, конечно же. 9 из 10. Ну, тоже 9 из 10. А это, я вам уже говорила, 10 из 10. Оно мне очень понравилось. Ставлю. Так, почему-то так мало света. Ну, ладно. Мне надо уже с вами прощаться. Всем пока-пока. Ждите новое видео. Пока. Подписывайтесь на мой канал.